Привет. Прошло чуть больше года с того времени, как мне подарили самовар. Если поначалу я сам смотрел ролики в YouTube, как же его разжигать и как заправлять, то теперь у меня у самого получается неплохо, и я хочу поделиться с вами очень легким способом, как разжигать самовар. Первым делом нужно прочистить колбу так, чтобы решетка оставалась пустой, без золы, без мусора, без ничего. Затем споласкиваем самовар и наливаем воду вот так вот. То есть переход обязательно должен быть водой закрыт. Может быть, если будете растапливать самовар на углях, а не на дровах, то это может быть и не обязательно. Но я предпочитаю закрывать. Мне кажется, так надежнее, потому что как раз самый теплый воздух поднимается сюда и может что-то навредить. Поэтому я всегда заполняю самовар полностью и не разжигаю его полупустым. Закрыли крышку и готовим комплектующие, так сказать, для розжига самовара. Самое главное, самое основное, это, конечно, дрова. У меня они уже заранее подготовлены. Дрова должны быть максимально сухими, и если вы решили топить самовар вот такими вот поленками, то их нужно обязательно расколоть повдоль, чтобы получились вот такие вот поверхности. Можно, конечно, разжигать самовар вот такими тоненькими дровишками, но они горят хуже, нежели поленка, расколотая повдоль. Берем одно-два поленка, но это большое, вот одного хватит, и ломаем на мелкие щепочки. Щепочки должны быть мелкими, буквально до полусантиметра в сечении, то есть 0,5 на 0,5 это даже уже чуть многовато, то есть желательно 3 миллиметра, 4, ну вот такие вот. Если трава сухие, то щепочки ломаются очень легко. Ломаются, рубятся, правильнее сказать. Итак, у нас приготовлены щепочки. Затем берем несколько бревнышек, чуть побольше сечением, там толщиной может с мизинец, может чуть больше. И из легкой бумаги, можно из газетной, сворачиваем несколько вот таких комочков. Сильно их сжимать не надо, вот как она расправляется сама, это нормально. Вот 4 комочка бумаги, щепочки тонкие и щепочки чуть потолще. Теперь нужно делать все быстро. Поджигаем спичку, зажигаем первую бумажку. И очень быстро запихиваем туда газетки так, чтобы они провалились на дно. Теперь кидаем щепочки. Кидаем чуть потолще щепочки, бревнышки. Ставим трубу. Буквально на 30 секунд, не больше. Как видите, самовар уже растопился. Возможно, даже слышно треск. Трубу снимаем и заправляем уже теми бревнышками, которые у нас подготовлены. Доверху заправлять не нужно, достаточно заполнить половину колбы внутренней. И ставим трубу для улучшения тяги. Чтобы самовар закипел быстро, дрова нужно регулярно подкидывать. Это время я обычно трачу на то, чтобы подготовить дрова для следующей топки самовара.
500 грамм дров, 30-40 минут и 8 литров будущего чая готовы.